Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 3 июля. Погода на улице комфортная. А вот что нам обещают синоптики, узнаем чуть позже из их прогноза. А пока время новостей. Сегодня в России отмечается профессиональный праздник – День государственной инспекции безопасности дорожного движения. Даже в свой профессиональный праздник они на боевом посту. Сотрудники госавтоинспекции Черкесска провели профилактические мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В результате проведенной работы сотрудниками полиции возбуждено 275 дел об административных правонарушениях в области дорожного движения, среди которых управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, вождение автомобилем водителями, лишенными прав или не имеющими их вовсе, тонировка, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и ряд других нарушений. Госавтоинспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила. Ведь от этого зачастую зависят жизни и здоровье как собственные, так и окружающих. В парке столетия Карачаево-Черкесии прошел концерт, посвященный Дню молодежи. Среди выступавших можно было выделить не только самих артистов и танцоров, но и зрителей, с удовольствием исполнявших собственные номера. За представлением в центре Черкесска наблюдала и наша съемочная группа. Молодость – это время, которое нужно проводить с счастьем, чтобы потом было что вспомнить. Именно с такими мыслями и зажигательным настроением молодежь республиканской столицы отметила свой день. В парке столетия Карачаево-Черкесии сияли звезды региональной эстрады, исполнявшие любимые юношами и девушками песни. Самих зрителей тоже можно было считать полноправными соучастниками представления. Настолько интересно и зажигательно смотрелись их танцы. Даже небесная канцелярия, похоже, была за такой концерт. Настолько быстро прекратился ливший до того времени сильный дождь. Нужны такие мероприятия. Эти мероприятия сплочают молодежь, они развивают нас. Также они, на этих мероприятиях мы знакомимся друг с другом. Такие дни, они как бы и праздничные, и ты на них отдыхаешь и узнаешь много нового для себя. Концертная программа в центре Черкесска постепенно становится доброй традицией многих региональных и федеральных праздников. И этот день молодежи не стал исключением. Зрители подолгу не хотели отпускать своих кумиров, отмечая их выступления многочисленными овациями. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. Карачаево-Черкесия местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильные ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 25, плюс 30. В горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11. 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.